Маски, антисептики, защитные экраны и костюмы получили медики городского округа Люберцы. Всегда готов помочь, особенно в такое время. К добрым делам присоединяется все больше люберчан. Очередная партия благотворительной помощи от люберецких производителей и бизнесменов, выделивших на это средства. Отсюда, из распределительного пункта, по запросу люберецких медучреждений развозят препараты и средства защиты медперсоналу. Благотворительную помощь медикам глава округа передал вместе с представителями бизнес-сообщества. Все, что рекомендовано сейчас вот Минздравом, у нас в наличии есть. Хорошо. Теперь к арсеналу распределительного пункта добавилось более 19 тысяч масок, порядка 1900 защитных экранов для лица, 650 костюмов с бахилами, 300 противочумных костюмов, 16 500 защитных шапочек, антисептики и средства для дезинфекции помещений. Хотел бы сказать спасибо большое нашим медикам, потому что они сегодня, по сути, на фронте. У них боевые действия. Я думаю, что благодарности здесь нет предела и с точки зрения обеспечения медицинскими препаратами, материалами, одеждой специальной для того, чтобы людей защитить от инфекции, то к этой работе подключились наши предприниматели, бизнесмены. Я сегодня благодарен целому ряду наших предприятий. Уже более 30 предприятий вышли с инициативой помочь врачам. Благотворительные рейсы доставляют коробки с самым необходимым несколько раз в неделю. Главная цель сегодня – защитить здоровье и жизнь медиков. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.